Мы продолжаем рассказывать вам о пребывании нашей съемочной группы в Южноафриканской Республике. Позади несколько дней увлекательной охоты на местных копытных. Однако поездка в ЮАР – это не только охота. Южноафриканская республика – это поистине страна чудес с уникальнейшими возможностями, способная удовлетворить желания любого путешественника. Охотничьи туры здесь прекрасно сочетаются с таким видом активного отдыха, как рыбная ловля. Для многих рыбалка является одной из главных визитных карточек Южной Африки. Соседство двух океанов, Атлантического и Индийского, большое число озер, водохранилищ, рек, значительно расширяет варианты возможного улова. Широко развиты различные виды рыбалки, как с катера, так и с берега. Помимо морской рыбалки в ЮАР широко развита пресноводная рыбалка. Горные озера, водохранилища и реки предоставляют возможность ловли форели, тигровые рыбы, а также сома, леща, карпа и окуня. И вот в последний день нашего пребывания мы отправляемся половить рыбу на реку Ваал, самый крупный приток знаменитой реки Оранжевой. В который раз уже Африка поражает нас разнообразием и близостью животного мира. Максим интересуется, у вас есть спасательные жилеты? Спасательные жилеты? Нет. Он уже тонул однажды. Я уже тонул один раз. Так вы плавать умеете или нет? Ты умеешь плавать? Плавать умею, но я тонул уже. Он тонул однажды в холодной воде. Он смешно. Тогда я около берега. Между прочим, здесь хоть и Африка, а вода холодная, около 10 градусов. Перед тем, как погрузиться в лодки, мы оформляем рыболовные путевки. В Южноафриканской республике нельзя просто взять снасти и отправиться на водоем. Природа пользования здесь жестко контролируется государством. У меня есть теперь бумага, я могу выходить ловить рыбу. Отлично.
нас обеспечивают всем необходимым. Снасти ловить мы, кстати, будем на воблер, лодки и сухой паёк. Смотри, раз, каждую сумочку. Да. Сэндвичи всякие, водичка. Так, тут, наверное, это лёд. Вот и вот. So many. Как много всего. Дня на три хватит. Идем рыбачить, интересно. Хозяин нам покажет, как правильно ловить. Впервые в Африке. Это намного интереснее. От пологого берега идем к глубокому. Вот наши друзья уже начали бросать потихонечку. Сейчас посмотрим. Сейчас хозяин нам покажет, как правильно. Хорошие палки, нет? Нормально. Ну что, сейчас оббросаем несколько разных мест. Сейчас оббросаем. Попробуем, если здесь не будет, пойдем на камни. Нет, попробуем немножечко потроллить, чтобы взять рыбу. Ловить здесь нужно, как везде. Сидишь в лодке, бросаешь в траву, рыба обычно сидит в траве. В общем, все как у нас. Ничего сверхъестественного. Не сильно он. Мучается, ведет ровно, проводку делает и все. Спокойно ведет. Без всяких прибамбасов. Как уже упоминалось, ловить мы будем на среднего размера воблер, ядовитой синей и красной раскраски. Примерно с такими же у нас ходят на щуку или судака. Не вздумайте, поймаете рыбу, не вздумайте ее руками вытаскивать крючки. Там есть пассатижи в черном ящике. Да, пока чего-то бешеного клёва нет. Но будет. Лёня. Ух, хорошо. Вот это сильно. Вы здесь стреляете гусей? Да. А в какой сезон? Обычно зимой. Мы начали троллить. Троллинг – это ловля с движущейся лодки. То есть здесь проводка приманки осуществляется как бы с помощью буксирования, а не подмоткой.
у нас такой способ ловли называется ловить на дорожку или дорожить. Класс, это моя первая рыба в Африке. Хороший улов. Поздравляю. Здорово. Не больше килограмма. 750 граммов. Это очень редкая рыба, yellow fish. Она водится только здесь, в Южной Африке. Вы должны ее отпустить. Как ни жалко, но Леонид отпускает этого редкого представителя семейства карповых. Все-таки удивительно. Карповые – мирная рыба, а здесь берет на воблер. В 20-40-е годы эту реку перегородили, пустили канал с другой стороны. И дно этой реки полностью прочистили и собрали все бриллианты, которые были. Потом пустили обратно сюда. Это бывшие бриллиантовые разработки. Вот теперь здесь обратно река. Но вот камни, которые перерабатывали, они остались с двух сторон, получились два порога и такое, ну, как бы расширение реки, как небольшое водохранилище, можно сказать. Более широкое место, чем везде. Да, тема бриллиантов в ЮАР тесно связана. Но об этом мы расскажем позже, а пока у Леонида, кажется, снова поклевка. Небольшая. Годовалая рыба. Рыба красивая. Жалко, не попробуем, какая на вкус. Нельзя. Природа у вас красивая. Надо отпускать.
вашей рожи, где маргинальные. Maybe put to. Отпускаем? Окей. Рыбалка такая же, как везде. Нужно идти по грани, около камней, потому что рыба идет за камнями. Это только южноафриканская рыба, чуньки, дефицитная. Чуньки. Это у меня вторая. Черт, тяжело, и клюнуло, и прозевал, и не подсек хорошо, обидно, хорошо клюнуло, ну ладно, сейчас. Ладно, что клюет. Еще поклевка. Не важно, куда мы будем, важно, рыба, по-моему, ушла, нет, есть. Ну, жабры. Одна в рот, другая для жабры. Ну что ж, нормальная рыбалка, жалко, есть нельзя. Интересная рыбалка. Есть? Это ощущение. Идет? Нет. Чему рыбу поймали? Наконец-то. Сейчас делить будем. Доставай ножку. Слышь, а это, может, подсак взять или чего? Ну, возьмем, конечно. Что ты паришься? Давай. Какое, подтягивай, Серег, чуть-чуть. Вытащи из воды, вытащи, чтобы... Это вытащи, не парься, не парься. Это наша рыба. У нас больше. Держи, садись на нос. Серега, я такой не брал. Держи, садись на нос. На солнце развернись. Держи, держите лодку на солнце. Ой-ё. Это усач? Пузо к себе. Пузо рыбы, не своё. А пузо к себе поворачивается. Рыба пузо к себе. Своё пузо к себе поворачивается. Рыба к себе. Задень! Иди, красава! Гуд! Ну, Сереге везет, чума, да? Сереге везет. Ловите рыбу в Африке. Ну, начинается. Вот эта русская байда начинается. Меньше. Хуже еще, скажи. Меньше, хуже. Нашу втроем затаскивали в лодку, а ты эту один. Ага. Это вот. Хороший. Ух ты! Подожди, смотри, красава. Мама, где я? Где? Ну, видно, конечно. Смотри туда.
рыбалка интересная. Проблема в том, что мы не можем найти рыбу, которую можно есть. Это все их редкие рыбы. Одна и та. Рыбу надо отпускать. И снова поклевка. Похоже, финальная, потому что время нашей рыбалки подходит к концу. Сандель Печелюги. Вот он. Давай. Леха, давай сюда. Вон сюда наш. Иди, помоги. Да, быстрее. Заводи. Заводи. Давай мой садок. Второй садок бери. Красавец, да? Как утянул вообще. Это красота. Большая рыба, красивая. Здорово. Вы неплохие рыболовы. Месяц назад чуть ниже по течению. 8 килограмм. Вот и подошло к концу наше путешествие в Южную Африку. Сказать, что нам не хочется уезжать, это значит не сказать ничего. Сколько было приключений. Вот трофеи, которые были добыты двумя группами российских охотников за 3 недели. Мы прощаемся с местными профессиональными охотниками и выезжаем в город Кимберли, где взойдем на борт самолета. Но перед вылетом нас ждет еще одна небольшая экскурсия. Как известно, Южноафриканская республика знавала времена настоящей бриллиантовой лихорадки. Собственно, город Кимберли вырос вокруг алмазных рудников. До сих пор в центре этого города-музея находится Big Hole – Великая дыра, самая большая в мире шахта-карьер, которая и положила начало алмазной лихорадке. Случилось это в начале 20 века, но за небольшую плату и сейчас можно попытаться найти алмаз самостоятельно. Размеры шахты, надо признаться, впечатляют. В расположенном рядом горнорудном музее можно узнать, что общая глубина, на которой велись работы, превышает 1000 метров. Земли было вырыто свыше 22 миллионов тонн, а общее количество добытых алмазов составляет 14,5 миллионов карат, что эквивалентно весу 2722 килограмма. Слава богу, что нас, охотников, рыболовов, путешественников, эта алмазная статистика никак не касается, ибо все, что нам нужно, это еще раз вернуться в африканский буш и окунуться в атмосферу охоты и приключений.